Всем привет! Сегодня распаковка трех посылок с Алиэкспресс. Эту посылку продавец отправил через финскую почту и добралась она за 25 дней. Давайте откроем. Тут адаптеры для лампочек. Продавец оценил $5, но стоимость двух чуть больше доллара. Это адаптер для лампочек с соколем Е27 на две таких же лампочки. А этот маленький адаптер с Е14 на Е27. Все целое и хорошо подходит. Давайте отложим в сторонку и откроем вторую посылку. Продавец оценил $2, но цена $1.30. Очень мало продавцов указывают в декларации реальную стоимость товаров, хотя в каждом заказе пишу комментарий об этом. В Беларуси 14 апреля меняется лимит. Ну что даже сказать, 200 евро на 22. Больше в пакете ничего нет. В этой посылке скальпель с набором лезвий. Длина в собранном виде 146 мм, диаметр рукоятки 8 мм и контейнер с 5 лезвиями. Раз, два, три, четыре, пять. Все как на странице заказа у продавца. Ну что-то контейнер не хочет закрываться. Да ладно, все получится. Ну вот и закрылся. Уберем в сторонку и откроем третью посылку. Заказывал у проверенного продавца, оценил $5. Спасибо за это продавцу. Тут у нас наушники Xiaomi. Все запечатано и не сильно помялась упаковка. Если вам видно, тут вот на коробочке есть характеристики. Вес 15 грамм, сопротивление 32 Ома, длина 1,25 м и так далее. Давайте откроем упаковку. Сами наушники, набор насадок для них и вкладыш на китайском языке. Наушники имеют диапазон частот от 20 до 20 тысяч Гц, чувствительность 98 дБ, микрофон с функцией шумоподавления. Сменные насадки разных размеров и форм нужны, потому что уши у всех разные, по размеру и даже форме. Дело в том, что качество звучания вставных наушников очень сильно зависит от того, насколько плотно наушники входят в ушной канал. Для того, чтобы в ушном канале создать закрытый объем и тем самым обеспечить звучание низких частот,
Нужно, чтобы наушники с выбранными вами насадками плотно входили в ушной канал. Чем плотнее они входят, тем выше отдача по низким частотам. Ну и кроме того, чем плотнее наушники входят в ушной канал, тем лучше звукоизоляция от окружающего вас шума, что важно при слушании на улице или транспорте. Всем, кому понравилось видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Всем пока!